Детское радио представляет. Очевидное и невероятное. Ура, друзья, наша встреча в клубе «Очевидное и невероятное» начинается. И сегодня, сегодня речь пойдет о существе, которое обитает на Черноморском побережье недалеко от Севастополя. Но сначала письмо. Пишет Людмила Камова. Все прошлое лето она гостила в Крыму, в деревне Учкуевка, у своей бабушки. Девочка весьма напугана рассказами местных жителей о морском чудовище. Вот ее послание. «Я очень боюсь купаться в море. Там живет карадагский змей. Я верю в него и не верю. Скажите, профессор, правда, что он существует?» О, дорогая Люда. Итак, очередное гигантское существо из морских глубин. Карадагский змей. Правда или вымысел? Вымысел или правда? О существовании страшного морского чудовища в водах Черного моря упоминал еще древнегреческий ученый Геродот. По его описаниям, этот змей черного цвета, с гривой, огромной пастью, большими зубами и когтистыми лапами. И обладал он невероятными размерами и скоростью. Моряки греческих судов нередко рассказывали о страшном черноморском драконе. Так, стоп, секунду. Как это крымский дракон стал карадагским змеем, а? Понятно. На самом деле все это просто. Карадагским, оказывается, его назвали местные жители, потому что именно в районе Карадагских гор он встречается чаще всего. Итак, наблюдатели, подобно Геродоту, утверждают, что этот огромный змей передвигается с бешеной скоростью и очень похож на огромный черный камень. Нередко он сворачивается в клубок и дрейфует в черноморских водах, напоминая гигантский обломок скалы. Да-да, представьте себе, существует множество свидетельств о встречах с этим змеем. Местные жители и моряки утверждают, что неоднократно видели змея, плывущего вслед за судами. Представьте, есть даже ученые-зоологи, которые предполагают, что карадагский змей действительно существует. И это реликтовое животное, дожившее до наших дней, дальний родственник динозавров. Могу сказать, как ученый, только одно. Многочисленные экспедиции не подтверждают ни рассказов местных жителей, ни предположений ученых. То есть доказательств существования змея нет. Так что, дорогая Людмила, не стоит его опасаться. Но если вы все же предпочитаете верить в этого змея, слушайте внимательнее, что о нем говорят. Ибо по наблюдениям местных жителей, змей предпочитает только глубоководные места и никогда не нападает на людей. Все, до новых невероятностей, друзья!